Yutaka Wakamatsu and John Sebastian Vecto. Они сделали программу под второй концерт Рахманинова. Thank you.
поднадавило на них участие в разминке сильнейших. Ютаку Вакамадзе совсем недавно была одиночницей. Вот еще в 2001 году выступала за Японию в одиночном разряде. А Жан Себастьян в это время катался с Валери Сорет. И, как видите, с парными элементами ничего не получается. Как-то в короткое это все не было заметно совсем. Поэтому они и оказались на такой высокой позиции. Видите, как далеко друг от друга прыгают. Словно на других концах катка. Работа для Ришара Готье – непочатый край. Общаются на английском. Жан Себастьян и Ришар, конечно же, франкоговорящие канадцы. Но с Юкато, с Ютако находит общий язык. Английский. The technical score for this performance is 53.32. And their total opponent factory score is 53. Они пропускают вперед по произвольной программе Тиффани Скотт и Филиппа Дюлебона. Но в общем зачете их вперед не пропускают. Остаются все-таки четвертыми, судя по всему.